Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат CM631 производства компании ЦИМА. Поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат CM631 от компании ЦИМА выпускается в различном цветовом исполнении и является вольной вариацией тюнинга 5,56-мм автоматического карабина на базе оружейной платформы AR-15, состоящей на вооружении ряда стран по всему миру. Весит страйкбольный автомат 2 кг 265 граммов. Его длина с раздвинутым прикладом составляет 870 мм и 790 мм, если приклад сдвинуть. Главными особенностями представленного страйкбольного автомата являются его небольшой вес, что обусловлено изготовлением корпуса из нейлонового волокна. При этом запас прочности у такого корпуса больше, чем у пластикового. На страйкбольном автомате установлено квадрел-цевьё, то есть цевьё сверху, снизу и по бокам которого расположены платформы стандарта Picatinny, позволяющие устанавливать на них рукояти переноса огня, лазерные целеуказатели, тактические фонари и блоки управления по типу ANPEG. Кроме того, на верхней поверхности верхнего ресивера также есть площадка стандарта Picatinny, куда можно установить оптический или коллиматорный прицел, а также магнифайер. На страйкбольном автомате установлена пистолетная рукоять, копирующая рукоять от Tenga Down, а также приклад, реплика приклада от Double Star. На срезе ствола накручена имитация прибора бесшумной и беспламенной стрельбы, проще говоря, глушителя. Также в качестве особенностей можно указать оснащение данного страйкбольного автомата электронной контактной группы, благодаря чему для производства выстрела используется транзистор. Разрыв и замыкание контакта происходит именно внутри транзистора, без использования каких-либо подвижных механических элементов. Это повышает отклик, а также позволяет использовать мощные пружины и повышает стабильность работы автоматики. Данный страйкбольный автомат от компании ЦИМА комплектуется гирбоксом второй версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксаторы тыльника приклада, снять тыльник и заглушку. Внутри трубки приклада располагается разъем мини-томия с предохранителем. Представленный страйкбольный автомат изготовлен из нейлонового волокна и металлического сплава. Из нейлона выполнены дульное устройство, цевье, прицельные приспособления, верхние и нижние ресиверы, шторка выбрасывателя, пистолетная рукоять, рычаг взвода затвора и приклад. Из металлического сплава внешний ствол, пусковой крючок, антапка и трубка приклада. Из стали магазин, шторка имитации затвора и крепежные элементы. Тыльник приклада резиновый. ЦИМА CM631 оборудован телескопическим регулируемым 6-позиционным прикладом. Для того, чтобы раздвинуть приклад, достаточно оттянуть вниз фиксатор, сдвинуть приклад в нужную позицию, отпустить фиксатор и зафиксировать приклад. Переводчик режимов огня, он же предохранитель флажкового типа, левосторонний, имеет 3 положения. Положение Safe, когда предохранитель включен, положение Semi для ведения одиночного огня и положение Auto для ведения автоматического огня. Регулировка хоуп-апа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать рычаг заведения. В прорези окошка выбрасывателя расположено роторное кольцо, за счет поворота которого вверх степень подкрутки шара увеличивается. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытой складной мушки, а также диоптрического перекидного целика. Целик имеет регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Мушка регулировки не имеет. Для того, чтобы сложить или разложить стойку мушки, дополнительные усилия не потребуются. Для того, чтобы снять стойку мушки, необходимо раскрутить винт справа под шестигранный ключ, а чтобы снять стойку целика, барашек слева. Для крепления оружейных ремней на страйкбольном автомате имеются двухсторонняя стальная антапка в основании трубки приклада, сквозная двухсторонняя стальная ниша для крепления быстрого
электросъемных антабок в задней части приклада. А также там же в задней части приклада расположены прорезь и петля, куда можно продеть оружейный ремень. Для того, чтобы установить магазин, потребуется вставить его в шахту магазина-приемника вверх до щелчка. Для извлечения достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. А сейчас я продемонстрирую, с какими магазинами к автоматам AR-серии совместим представленный страйкбольный автомат. В комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. Ну а для того, чтобы шары попадали в подаватель, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.